Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. В формате видеоконференции прошло заседание военного комитета организации договора о коллективной безопасности. Делегацию от вооруженных сил Беларуси возглавил начальник генерального штаба генерал-майор Виктор Гулевич. В этом году наша страна председательствует в ОДКБ. В связи с этим руководством военного ведомства был выдвинут ряд предложений по развитию деятельности в организации. Также стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах. Обсудили вопросы совместной подготовки на 2023 год. Продолжается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки. В воинских частях и соединениях по всей стране проходят торжественные митинги по чествованию лучших солдат и сержантов. Отличившиеся воины получают благодарственные письма и мерч первого. На базе нового полка в Лунинце открылся военно-патриотический клуб. В его ряды вступили ученики 5-х и 6-х классов городской гимназии. В торжественной обстановке юноши и девушки произнесли клятву члена клуба и получили удостоверение. Затем ребята знакомились с буднями военнослужащих, вооружениями и техникой. На полигоне Уручья прошли состязания снайперов. В турнире приняли участие команды от механизированных подразделений и внутренних войск. Пятидневный марафон включил в себя индивидуальное ведение огня из винтовки, работу в паре и в составе отделения. В программе порядка 20 различных упражнений, в том числе стрельба из неудобных положений со сменой позиции на скорость с применением дополнительного оружия. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларусь, медиаплатформе Яндекс.Дзен и в наших социальных сетях. До встречи!